вы познакомились? Нам нужно знать эту историю. Мы встретились в Коачелле. Привет. Привет. Это ваш трейлер? Да, я играю в группе, мы выступаем на главной сцене. Августовская луна? Да. Сегодня вечером я кое-кого встретил и вдохновился. Песня называется «Ближе». Солен, там твой друг. Хорошо. Он там стоит. Не знаю, помнишь ли ты меня, но мы встретились в Коучелле. Да, я вас помню. Что ж, мне отчаянно нужно вдохновение. Почему бы нам не начать с заднего входа? Мне это нравится. О, фантастика. Это статья от моей подруги Сары. А название? «Открой меня». И что ты чувствуешь, когда смотришь на него? Все. Что это за песня? На самом деле, ничего особенного. Мне нравится. Да? Да. Ты слишком ём. Нет, это не так. Я не могу забыть поцелуй. Давай встретимся вновь. Что скажут люди? Мне все равно, что они скажут. Я не знала, что такое счастье. Это злит так много людей. Разве я тебя не предупреждала? Люди ненавидят счастливых женщин. Энн Хэтэуэй. Николас Галлидзин. Что ты собираешься делать? Новое платье? Нет. Мысль о тебе. Трейлер озвучен студией Indigo Films.